Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Алена. Сегодня я буду делиться своими покупками из интернет-магазина Wildberries. Все цены, как всегда, я буду указывать вам в уголочке на экране. Все ссылочки на товары оставлю внизу в описании к этому видео. Не пропускайте и давайте приступать. Первое, что бы я вам хотела сегодня показать, это будет вот такая вот, это не скатерть, это дорожка для стола. Называется правильно все-таки скатерть дорожка. Выполнена она из рогожки. Размер ее 50 на 145 сантиметров. Так, что еще сказать? Производство Ивановская область, город Тейково. В этот раз я выбрала вот такую вот классную расцветку. У меня есть несколько дорожек для стола от этого производителя. Мне они очень-очень нравятся. И в этот раз я выбрала вот такую классную. Уже присмотрела себе еще одну замечательную дорожку с зайчиками. Думаю взять на Пасху. Наверное, надо сейчас брать, да? Потому что на Пасху она либо подорожает, либо закончится. Посмотрите, какая классная расцветка. Какая замечательная печать. Периодически в моих видео мелькают другие мои дорожки, и всегда я получаю вопросы, а где вы купили такую замечательную скатерть с вышивкой? Нет, девчонки, там не вышивки, там тоже рисунки на тех дорожках, как и здесь. Посмотрите, какая замечательная печать, да, все такое яркое, классное. Стирку проходит на ура, могу вам точно это все уже сказать, потому что уже проверено не один раз. Тут какая-то ниточка, уберем ее. В общем, вот такая вот новая моя красотка. У меня со скатертями как-то не задалось дома, мы больше пользуемся именно дорожками, нам они больше нравятся. Есть вшивная бирочка, стирать можно при 40 градусах. Конечно же, обращайте внимание на такую прелесть. И цена, согласитесь, совсем-совсем невысокая за такую красотку. Расцветок, конечно, миллион. Оставим вот так вот, да? Так как не всем нравятся вот такие вот яркие фоны, поэтому я оставлю вам только часть этой скатерти, хотя могла расстелить на весь экран. Вот. Следующее, что я вам покажу, это будет подарок для моей дочери. Хотя нет, давайте сначала не с него мы начнем, а начнем с хозяйственного товара. Недавно в обзоре покупок я вам показывала классное ведро, систему для уборки дома. И к этой системе, к швабре, шли две вот такие вот насадочки. Все бы хорошо. Ведро мне нравится просто на ура, девчонки. Оно действительно классное, действительно удобное. От души вам рекомендую. На всякий случай оставлю вам еще раз ссылочку и сделаю фотографию этого ведра. Очень удобно работать этой системой уборки. Все классно, еще раз повторюсь. Но вот такой вот минус. Эти насадки на швабру, видите, они очень быстро рвутся. Такая вот ситуация происходит. Очень, конечно, обидно, неприятно, досадно, но ладно. Вот, может быть, я впоследствии все-таки буду что-то сама придумывать, как-то это все пристрачивать, что-то новенькое свое. А пока я заказала себе целый комплект таких насадочек. Вот они. Здесь целых 6 штук. Очень много продавцов с такими насадками, продают комплектами по 2, по 3 штуки, по 4, я взяла сразу 6. Если все-таки будут рваться, на какое-то время хватит, как раз я придумаю, что же можно с ними придумать, с этими насадками. Указано, что цвет серый. Давайте мы посмотрим поближе, может быть, они все-таки чем-то отличаются. Ну, знаете, вот этот вот материал, да, он тут немножко пожестче, что ли. Будем тестировать. Ну, во всяком случае, вот на этой криво пристрочено все. Будем, конечно же, тестировать. Вот так вот я не могу сразу сходу сказать, хорошие насадки или нет. И они, по-моему, немного чуть побольше, чем мои. Да, но... Ладно, протестирую, обязательно вам подпишу или покажу в этом видео маленькой вставочкой, хорошие ли они, подошли ли они на мою швабру. Ну, в общем, вот такие вот насадочки я взяла.
Следующая покупка тоже будет хозяйственная. Это будут вот такие замечательные зажимы для полотенец с петелькой. Я взяла комплект из 3 штук, тоже искала подешевле вариант. Но вот это вот получается самый дешевый. Были зажимы, видите, как у меня, с деревянными накладочками, а были просто с металлическими. Вот они получаются подешевле, и там комплекты можно взять по 4 штуки. А здесь в основном комплекты по 2 штучки. По 2, и вот я вот нашла по 3. Вот они такие классные. Есть у меня некоторые полотенчики, которые без петелек. Это неудобно для меня, поэтому я всегда что-то придумываю, пристрачиваю. Если мне дарят цветы, например, с ленточкой, да, с текстильной, я эту ленточку оставляю как раз для этих целей. И вот решила, все-таки увидела вот такую красоту и решила, что все, хватит что-то придумывать, когда можно все вот так вот, вот просто. Сюда как раз-таки вставляется полотенчика и зажимается. Ну, красота, согласитесь? Удобно, просто и комфортно. А главное, красиво. Следующая моя покупка тоже хозяйственная, уже даже распаковали и 2 штучки отсюда взяли. Это пакетики для заварки чая, фильтр пакетики. Я взяла в размере L, они бывают разные, каждый сможет подобрать под себя. Мои 9 на 15 сантиметров, и тут их 100 штук. И самое главное, что они бумажные. Очень удобно заваривать в них чай. Это моя уже повторная покупка. Очень они нам нравятся. Посмотрите, какие хорошие. Самое главное, что бумага. Именно это меня в них и привлекает. Потому что я, как любитель фикс-прайс, да, могла бы купить и там, потому что там периодически появляются. Но там они полипропиленовые, а здесь бумажечка. Бумажка, соответственно, для меня, вот по моим ощущениям, гораздо лучше. Все-таки не заваривать пластик в виде полипропилена, да, а завариваешь только бумажечку. Вот так вот вам оставлю. В общем, разные размеры. Видите, донышко раскладывается. Здесь примерно 2 сантиметра. Вот мы берем 9-15. У нас заварочные чайники достаточно большие. Это около литра в среднем. Там чуть больше, чуть меньше. У меня разные заварочники. Вот. И вот эти пакетики подходят для всех заварочных чайников изумительно. Вот. Следующая покупка. Моего сына пригласили на день рождения, и мы решили с ним вместе сидели, выбирали. Вот он, ему понравился вот такой вот мультиплеер в розовом цвете. Для девочки как раз взяли на подарок. 44 веселые песенки, 20 мелодий и звуков, веселая диско. Вариантов, конечно, море. Это, конечно, маркетплейс, там просто выбор огромный. Это вам не поход в магазин. Давайте мы с вами откроем, проверим, чтобы нам не подарить некачественный товар. Здесь вот такая защита, мы ее вынимаем, и все, и батареечки могут работать. Все работает, все замечательно. Попробуем с вами обратно защиту поставить. Все, теперь он не работает. Покажу вам все песенки, какие тут есть. Может, вам приглянется именно этот вариант. Вообще вариантов очень и очень много. Здесь даже барбарики есть. Что такое доброта? В общем, красота. Такой вот замечательный мультиплеер. Так, еще одна покупочка. Это будет краска. Я вам покажу ее отдельно. Я уже брала такую на Озон. Она нам понравилась. Я брала на пробу пол-литровую баночку. Вот, в этот раз я взяла целых 5 литров. Большую, прям такую, большую ведерко. Покрасила уже 2 двери. Осталась мне еще 1 дверь и окошко. И хочу еще покрасить столик сына.
Ну, вернее, когда-то он был столиком моей дочери, сейчас он просто у нас стоит на втором этаже, на нем телевизор. Вот, тоже буду красить. Вот такой вот замечательной краской, алкидная эмаль. Ложится она замечательно в два слоя. Она практически, ну как практически, пахнет, конечно, пахнет, но достаточно быстро выветривается, запах не сильный, не химозный. Вот, засыхает она за 14 часов, все проверено, это точно, и затвердевает за двое суток. То есть через 14 часов вы ей уже не испачкаетесь, но ее вы еще можете повредить, поэтому лучше, конечно, не трогать. Вот такая вот замечательная краска. Расцветок тоже много. Если ищете какую-то, чтобы покрасить что-то внутри дома, то присмотритесь вот к этой алкидной эмали. Так, и еще одна покупочка на сегодня. У моей дочери скоро день рождения. Она заказала для себя наушники. Очень я боялась, конечно, на Валберес заказывать, потому что боялась напороться на подделку, но все-таки заказала, потому что отзывы были хорошие. Эти же самые наушники, вот они, это JBL. Эти же самые наушники на Валберес я видела и за 700 рублей. Вот там отзывы были плохие, а именно у этих наушников все хорошо. Люди проверяли по штрих-кодам, все проходит. И я тоже проверила, конечно же, скачала себе приложение, все проверила. Все хорошо, вроде как действительно оригинал. Я уже даже включила, мне понравился звук. Мне не понравился звук, когда именно включаешь, когда они коннектятся с телефоном. У меня есть JBL. Такие же наушники, я их покупала, правда, вернее, не покупала, они мне достались в подарок, давным-давно их брала. Приобретал телефон, и к ним в подарок дали вот эти наушники, представляете? Вот, и, в общем, когда они включаются, звук совершенно разный. Здесь такой вот глухой, не понравился, но звучание музыки идеальное, все хорошо. У меня этим наушником уже, наверное, года три отклеивался вот здесь вот. Вот эта вот защита, не знаю, как это называется. У всего есть название, а вот как тут, я не знаю. Я просто приклеила клеем, видите, даже есть следы. И все хорошо, все работает. Иногда западает одно ухо. Но стукнешь, все по-русски, и все начинает работать. В общем, для дочери я заказала такие же. Думаю, что с ними тоже будет все хорошо. Вот они, классные розовые наушнички. Я думаю, она оценит. Есть еще в белом цвете. Вот мы выбирали именно белый или розовый. И, кстати, по отзывам, у тех, у дешевых наушников, получается, они давят очень на голову. А мои не давят. Меня вполне устраивают мои черные. Я уже эти тоже попробовала, примерила. Тоже все вроде хорошо. Мои, конечно, такие уже более расшатанные, что ли. Ну, не первый год им. Поэтому все нормально. Здесь немного потуже еще все ходит. Но все-таки вот так нужно увеличить. Отличные наушники. Мне нравятся. Себе бы тоже такие взяла. Но это подарок для моей доченьки на день рождения. Вот. Знаю, что она это видео точно не увидит. А день рождения уже совсем скоро. Поэтому спокойно вам могу показать, что же я для нее выбрала в подарок. Инструкция, все тут имеется, всевозможная документация на всех языках, тоже, конечно же, это все хорошо. Вот. И, в принципе, на этом я буду с вами сегодня прощаться. Вот такой сегодня небольшой обзорчик, немного товаров, но все они были куплены с определенной целью, все они мне очень-очень нравятся. Надеюсь, что и вы оценили мое видео, обязательно что-то для себя приобретете из него. Ссылочки все, еще раз повторюсь, в описании к этому видео. Также я вас всех приглашаю в свой телеграм-канал и в свой дзен-канал, на котором видео выходят всегда на час раньше. Если хотите быть первыми, то проходите, ссылочки также внизу в описании к этому видео. Берегите себя и своих близких. Всем до новых встреч. Пока-пока.